Число заболевших COVID-19 в Ленинском городском округе продолжает расти. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 284. Таким образом, по состоянию на 26 октября с начала пандемии в муниципалитете коронавирусом заразились 3618 человек. За неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило более 350 заболевших, из них 72 – жители Ленинского городского округа. Всего сейчас там проходит лечение 470 человек, еще более 900 лечатся дома. Развернуто 100 коек для пациентов с легким течением болезни на базе гостиницы «Профсоюзов» в поселке Дубровский. Там сейчас находится 21 заболевший. Между тем, число выздоровевших за прошедшую неделю также увеличилось. Выписано более 300 человек, из них 64 – местных жителей. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Носить маски и перчатки, по возможности избегать людных мест. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.